Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Shadow Fight 2! Всем привет, дорогие друзья! Ну что ж, наши приключения в мире теней продолжаются, и Сёгун стоит на нашем пути. Ох, ребята, последний телохранитель Сёгуна у нас сегодня 100% будет. У нас уже легко, мы его размотаем просто на раз-два, но перед этим надо немножечко размяться, подзаработать денег на новый уровень. Кстати говоря, он у нас уже скоро 37-й, и на 37-м уровне мы заберем веера у вдовы, и, возможно, веера, и, может, Сёгуна победим, ребят. Вот такой экспириенс будет. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Да, дорогие друзья, ну что ж, давайте начнем. И у нас против нас дикарь сейчас. Ух, дикарь, ребята, старик с дубиной. И, конечно, надо бы ему хорошенечко задамажить. А смотри, он коленную тактику сразу использует. Ты что, такой читер-то у нас, а? Ой-ой-ой, ты опасный, опасный старикан, а? Эх, опасный старикан получает в бубенчик и... Ох, ты как его размотал-то, а? Да, по красоте, ребята, прям комбочку применил. Да он меня что-то взбесил сначала, что он коленную тактику начинает сразу. Оп, наш... Смотри, даже перебивает нашу коленочку перебивает, а мы ему все равно берем, да и дамажим. Вот так, так он вот все так. Равно попал каким-то образом. Ну-ка, сзади страшно. Надо было. Ай-яй-яй, слушай, я пропустил момент, когда он переметнулся, мы были в атаке, и я не смог ему хорошенечко вот так по голове садить. Ха! Отлично, а еще и кровотечение ему, сейчас он потечет. Да, он прям вообще, сейчас вот так ногой, подожди, ногой вниз, а почему он вверх-то бил, когда я вниз, у нас джойстик опущен, есть недоработочка небольшая, ребят, добиваем ногой и побеждаем. Easy win. Ну что же, дальше продолжаем наш размин. Да, продолжаем. У нас, смотрите, 37 уровень подкрадывается. Смотри, у нас последнее, кстати говоря, испытание. Да, возможно, и сегодня и Сёгун будет. Да ладно, нет, не может быть такого. А, ну да, кстати говоря, на Сёгуна мы уже сможем пойти. Но на 37-м в любом случае надо идти, ребят. И надо добить испытание. Вот две вот этих карточки как раз пройдем, и у нас 37-й будет. Любишь крутые компьютерные игры? Заходи на наш канал Detol Hard Play. Ссылка в описании. Ну давай попробуем. Враг теряет здоровье в указанной области, да? Да. Сложное испытание, ребят. Тяжело будет затащить, но мы попытаемся, постараемся справиться, потому что... Ну а что делать? Надо. Стрела, ребят. Стрела очень мощная противница. Ох ты ж стрела. И здесь надо ее в область пихать. Пихать прям в область. Вот она, кстати говоря, область. Нет, она, по-моему, просто теряет здесь, а так атаковать ее можно... А, ее атаковать можно? Да ладно? Да. А, тогда изи-катка, изи-вин, ребята, будет у нас. Определенно, вот так ногой мы ее пинаем, вот так вот неплохо. Я так понимаю, просто очень много здоровья, поэтому эта область нам в помощь просто. Вот она в этой области находится, ребята, и да. Просто она... теряет здоровье. Просто, да, теряет. И она все, мы... Все, ребят, раскатали. Я уж думал, только в указанной области дамаг наносится, как в прошлый раз было испытание, где мы страдали, реально страдали. А здесь все изи. Оп, погнали! Оп, присели, встали. Да, вот этот косяк. Момент. Да, косяк этой игры, ребята, его, конечно же, не пофиксили. Да и вообще обновлений ни разу не было, потому что игра уже вышла после основной версии. Ее решили не допиливать вообще никак. Да, это у нас Special Edition, ребята. Здесь это платная версия игры Shadow Fight. Здесь уже новый движок стоит. Мы с разработчиками общались по этому поводу. И, конечно же, они вот выпустили такую историю. Старые раны, ребят, которые вы можете видеть. Кстати говоря, посмотрите, кто не видел, там история мастера нашего сенсея. Так что все старые раны мы прошли. Вот они все выполнили. Сёгуна победили молодого. И нам осталось выполнить одно испытание. А насколько ты знаешь, здесь, кажется, у нас серия испытаний, да? По-моему, серия, да, сейчас будет. А нет, нет, стрела. Стрела и все, да ладно. Да ладно, стрела и все, ну ладно, серия испытаний. Тогда у нас где-то в другом месте бывает. Опа, на, сразу же коленная тактика. Да, коленочку уходим, ребят, потому что все-таки противники здесь мощные, и нам нужно вот так вот их подцеплять нашими хорошими тесачками. Вот, хорошо. Хорошо, вот это было... хорошо, прям наклонилась, голову подставила, а мы ее поймали. Поймали и... Ах, не успели, ребят, чуть-чуть промахнулись, опять вниз должны уходить, мы сейчас должны уйти вниз, вот так хорошо промахивается она, от вниз еще хотели ее по ногам прям ударить, и вот отлично, она, вот чуть-чуть она. Чуть-чуть осталось, один удар, буквально пинок вот такой вот по ногам. Да, ребят, очень хорошо, вот серпы у нас были быстрые, но мало дамага наносили, да, а тесаки получаются у нас мощные, но медленные очень, ребята. Вот, смотрите, что-то она, кстати говоря, задумалась там, да? Да, она прям смотрела на нашу атаку и никак не реагировала, а мы и промазали. А мы промахиваемся, потому что немножко не достает. Вот видишь, вот сейчас какой-то тоже определенный баг, потому что мы вроде как дамажили, но дамага никак не нанесли. Ой, ты жалко, как не попали, да, вот это вот разрез коленок. Да, очень мне нравится эта атака. Вот давай ее еще раз попробуем сделать.
Бам! Но нет. Вот-вот, коленочка, попали. Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Ахиллово сухожилие перерезали ей. Да, вот так вот именно, ребята. И сейчас давай-ка еще разочек сверху. Бам ей! И с развороту. И можно было, кстати говоря, еще не коленную использовать, а вниз удар. Да, тоже можно. Да, ребята, чуть-чуть по-другому стали играть. Подожди, коленочка, уходим в коленочку. Все, ребята, хелсов-то очень мало. Заговорились, заболтались и... пам! И победа. Да, грейт, ребята, грейт. Профессионал у нас достижение. Но так и есть, а как без этого? Уже так давно играем, что уже на изи все получается. И испытать... А что, уровней нет? Подожди, мы телохранителя сейчас завалим. Телохранителя завалим и уровень получим. Давайте посмотрим, генерал у нас здесь, да? Генералиссимус. Вот он, ребята, бравый, здоровый. Я помню, у нас с ним проблем было очень много в основной версии игры. Кстати говоря, кто-то пишет, что: «Ой, Детол, вы еще не дошли даже до Титана». Ребята, мы Титаном прошли, у нас видосик висит. Мы сделали это полгода назад, наверное, да? Причем, кстати, без оружия его победили. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Видос уже собрал больше миллиона просмотров. Больше 1 300 000 уже просмотров, да. Ребята. Так что, и я думаю, что соберет еще больше. Вы хорошо его смотрите. На главной страничке прямо у нас висит. На Perfect. Перфект, ребята, генерал. Вы представляете, какой уровень прокачки у нас из скилла? Итак, продолжим. Бам-бам. Да, подкатываемся ногой, ребята, ногой. Не даем ему вообще дамажить. Еще один перфект нам нужен. Отлично, кровотечение. Нужно дальше. Зажали. Ну все, один раз попал, и перфекта не будет. К сожалению, ребят, прям под конец. Маршал у нас испытание. Кстати говоря, здесь по 10 гемов дают за каждую победу, и сейчас 52 гема нам приз дали, ты представляешь? Вот это бонус, и новый лвак должен быть, да, 37-й уже появился. Я знаю, ты не щадишь побежденных, князь, но какую бы кару ты ни приговорил для меня, она не сравнится с гневом Сёгуна! Неплохо, ты получил новый уровень, говорит нам сенсей, и, конечно же, здесь мы ярость боли, наверное, да, повышаем. Да, потому что эта штука, это про магию. 12, ребята, гемов. Ничего себе. У нас еще 12 гемов. 300 гемов, 317. Вот это обалдеть. Да, ребят, вот это да. И новый лвак, давайте посмотрим, что нам здесь... Оружия нет, да? Нет оружия никакого, только на 38 левеле походил. Мы рановато перебросились на 37, по всей видимости. Слушай, а странно, что не подгрузилось. А оно и не подгрузится, потому что мы слишком рано перешли. Мы не должны были перейти. Понял? Мы быстрее собрали XP-шку. Да ладно. Да, на 36 уровне Сёгуна проходит. А, да-да-да-да-да. Как раз последняя битва должна была быть с ним, но, видите, мы пораньше... Каким-то образом, да, это получилось так. И получается, у нас не подгрузился следующий акт. Ребята, не знаю, будет ли здесь интерлюдия или нет. Мы это посмотрим, мы еще не доходили. Давай попробуем вдову. Да, вееры вдовы, ребят, как раз на 37 уровне будет то, что нужно. Давайте сразимся, заберем это оружие и, возможно, им задамажим Сёгуна, ребят. Так что... Согласен. Let's go. Лайки не забывайте ставить, ребят. Подписываться на канал, делиться видосиком. Команда Detol старается для вас. А мы сейчас в зимней локации попробуем веерочки-то забрать у нашей красавицы вдовы. И, ребят, не пропускайте следующее видео, потому что мы пойдем на Сёгуна. Ох, обязательно, ребята. Слушай, что-то вдову как-то я не могу взять, потому что она слишком очень шустрая. Юркая, да? Да, юркая. Я не могу прям ей хороший комбо-удар сделать. Вот сейчас промахнулись опять. Приходится ногами приходится дамажить. Вот так вот вблизи ее зажимать. И, ах, вот опять вот это вот косяк с нашей приседанием. Ну, вот смотри, уже урон совсем другой, когда мы попадаем, конечно же, чувствуется. А вот здесь, да почему ладно? Промахнулись, непонятно, ребята. Есть косяки небольшие у нас по тактике, по технике, механике игры. Оп-оп, и чуть-чуть осталось. А, из-за бросок, да? И броня нас спасает. Еще раз броня спасает. Мы ее вниз просто уходим, и один удар остается, чтобы ее добить. Но она сейчас может веера кинь запустить. О, восстановление жизни, кстати говоря, спасибо, подруга. Да, отлично, ребят. Первый раунд затащили, у нас здесь 3 раунда. Все-таки это же босс у нас. И let's go, еще разочек дадим. Я сразу сейчас хочу мощную атаку сделать. Вот, хорошо, прям то, что нужно, попали. Жалко, вторая у нас более мощная комбо не вот, прошла. Вот она как раз в этот раз прошла. Потому что она дает как раз максимальный дамаг, ребята. С разворота дамажим и вот здесь промахиваемся. Но еще разок ногой и победа. Практически на перфект, ребят. Практически на перфект взяли вдову. И еще один третий раунд. Я думаю, что у нее шансов нет. Давай попробуем еще раз. Кстати говоря, если мы сейчас выиграем, мы получим... Ух!
веера 37 уровня. Да, уже, кстати говоря, прокачанные ребята веерочки. Опа, 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 пошла восстановление. Вот у нее супер атаки эти, которые она так и не использовала. И вот сейчас мы хорошо увернулись, магию не увернулись. Оу, магия была очень сильная. Веера не хочет отдавать, ребята, у нас вдова и очень хорошо дамажит. Прям мы уворачиваемся по максимуму от нее. Если мы с этим маленьким кусочком жизни... Нет. Ах, нет, не затащили. Нет, ребят, не затащили. У нас четвертый раунд, между прочим. Но у нас еще как минимум две попытки есть, чтобы еще победить. Даже пятый есть, да? Да. Слушай, я ухожу в коленную тактику. Ты знаешь, когда у нас сложные моменты начинаются. Коленная тактика наша, все. И вот, начинается. Опять восстанавливает здоровье свое. Ах, слушай, замахнулись, но не смогли победить, да, получается? Ой, слушай, мощно. Я даже не знаю, как мы ее одолеем. Она начинает свои всякие фишечки применять здесь. И у нее тоже восстановление жизни, кстати, Блин, да ты подруга обнаглела. Слушай, а что, она, что с ней случилось-то? Куда она? Там совсем другая механика, такое ощущение, да? Хорош. Еще разок. Давай. И у него восстановление, кровотечение. Одновременно. Ой-ой, магия. А, добивай. Слушай, я боюсь, что мы не сможем с ней справиться. Опасная вдова, а? Что-то она дает хороший дамаг. Решающий бой, ребята, лайком поддержите нас. Она цепляет нас своими веерами. Хорошо. Очень хорошо. Еще второй удар. Третий удар такой нужен. Третий удар. Раз, два. Давай. Да, ребят. Вот так вот мы ее просто раскатали в этом раунде. И забрали веера, ребят. Да, 37-го они должны... Слушай, не 37-го не могут быть. Могут. Или да ладно, реально 37-го взяли? Мы что, лайфхакнули? Вот они реально, ты представляешь? И у них есть вот эта вот способность, которая забирает похищение, да, похищение здоровья. Круто, ребята, это очень круто. Мне кажется, что Сёгун у нас получит по максимуму. Надо немножко подготовиться к этой битве и поиграть веерами, потому что я не знаю. Мы в выживание сходим веерами, а потом, конечно же, пойдем на Сёгуна, как раз еще и гемчиков подзаработаем. Да, ребята, вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. А с вами была команда Дитол. До новых встреч, новых видео. Пока! Пока, ребята.